Венёв – небольшой старинный русский город в Тульской области. Как свидетельствует летопись, в XIV веке Венёв и его окрестности были отмечены посещением великого воспитателя и покровителя земли русской святого Сергия. По преданию, в Венёво-Никольском монастыре до 1917 года хранился его посох и напрестольный крест. Именно здесь, в Венёве, прошли последние 11 лет жизни Бориса Николаевича Абрамова, духовного ученика и последователя Николая Константиновича Рериха. С 1961 по 1972 год семья Абрамовых поменяла несколько мест жительства в Венёве. Последним их пристанищем стал одноэтажный частный дом по улице Советской, расположенный недалеко от знаменитой на всю округу Никольской колокольни, самого высокого строения Тульской области. Сейчас на месте дома Абрамовых стоит пятиэтажный панельный дом. В 2007 году, к 110-летию Бориса Николаевича, на торце этого дома была установлена мемориальная доска, а в 2016 году рядом с домом был создан сквер памяти Абрамова. Теперь этот уголок города, связанный с его именем, привлекает как последователь Николая Рериха, так и местных жителей. В 2017 году на первом этаже этого дома была приобретена квартира для создания общественного музея Бориса Николаевича Абрамова. Музей создают две культурно-просветительские организации – Сибирское Рериховское общество, город Новосибирск, и Тульский Рериховский исследовательский центр, город Тула. В данный момент осуществляется капитальный ремонт квартиры и параллельно идет работа над созданием проекта и концепции будущего музея. В ремонте принимают участие сотрудники рериховских организаций из Тулы, Ярославля, Москвы. Началась работа по формированию музейного фонда и сбору подлинных вещей и экспонатов, имеющих отношение к Борису Николаевичу Абрамову. Сибирское Рериховское общество и Тульский Рериховский исследовательский центр планируют открыть музей к абрамовским чтениям, которые ежегодно проходят в городе Венёве. В этом году они будут посвящены 120-летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова и состоятся 30 июля, накануне его юбилея. Музей нуждается в финансовой поддержке, особенно на этапе его создания. Будем благодарны за любую посильную помощь.